Проведение дня открытых дверей в школах – это традиция. В школе номер 4 будущих первоклассников и их родители встречали сказочные герои. Пока родители выбирают будущего педагога для своих чад и знакомятся со школой, дети соревнуются в веселых эстафетах и участвуют в мультивикторине по следам любимых сказок. В этом году мы планируем набрать 4 класса. Это приблизительно 100 человек. Все учителя, которые набирают наши классы, опытные, грамотные педагоги, имеют высшие и первые категории. Программа у нас 4 планируется. Это начальная школа 21 века, всем известна под редакцией Виноградовой. Начальная школа «Гармония», перспективная начальная школа и, конечно же, это школа России. В этот день учителя познакомили ребят и их родителей с кабинетами изобразительного искусства, физики, иностранного языка и удивительной науки химия. Как выяснилось, день открытых дверей оставил у всех участников много положительных эмоций и впечатлений. В этом году, да, мой ребенок идет в первый класс, это мой второй ребенок, мой сын. Вот, дочь заканчивает 4 класс. Поскольку вот моя дочь училась, уже 4 года отучилась в этой школе, за эти 4 года мы успели познакомиться с преподавательским составом. Прекрасные учителя, сильные педагоги. Мы очень довольны тем, что выбрали эту школу и повторно ее выбираем. Мне очень понравилось в школе. Я всегда приду учиться. Мне очень понравилось, как показывали опыты по химии. Придешь в школу учиться? Да. Все будущие первоклассники пообещали, что обязательно вернутся в школу уже совсем скоро, 1 сентября.